Слався Отечество наше свободное, братских народов союз вековой. Дорогие гости нашего города, сегодня мы отмечаем очень важный для каждого патриота России праздник – День государственного флага России. Действительно, 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-синем красном триколоре, возрожденном символе нашего Отечества. Официально мы этот праздник отмечаем с 1994 года, уже четверть века. Российский триколор – это не просто один из символов нашей страны. Наш флаг объединяет всех россиян. Мы гордимся нашей Россией и верим в ее великое будущее. Под этим флагом мы идем к новым свершениям. Мы стремимся к возрождению и укреплению российского государства. Под этим флагом наш город подарил миру великий спортивный праздник – зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Под этим флагом мы принимали матчи чемпионата мира по футболу. Под этим флагом мы делаем новые, уверенные шаги вперед, строим достойное будущее для нашего города, нашего края, для нашей страны.